107 875 столько диагнозов COVID-19 подтверждено на этот вторник в нашем крае. 93 792 человека с вирусом справились. Это цифры с начала пандемии. Скончалось 5203. По требованию Роспотребнадзора соблюдают карантин 22 238 прикамцев. Березняковская статистика такова. С подтвержденным ковидом 207 пациентов. Дома лечится 510. На карантине 2617 березняковцев. В нашем стационаре диагноз ковид у 176 пациентов. Еще 589 лечится дома. 5420. Столько соликамцев с начала пандемии инфекцию побороли. Летальных исходов 81. На домашнем карантине 253 жителя нашего округа. Одевайтесь по погоде, берегите себя.